Первый летний день на Брестской набережной особенно многолюдно. Масштабную, ставшую традиционной акцию для виновников торжества организовали представители Брестской организации Красного Креста. Сегодня у детей-сирот, ребят с ограниченными возможностями и малышей, находящихся в социально опасном положении, словом, всех тех, кому особенно нужна забота, внимание и любовь, праздник. Торжество, приуроченное к Международному дню детей, проходило в форме прогулки на теплоходе «Гродно». В речной круиз ребята отправились вместе с родителями и аниматорами, а также просто с теми, кто в этот день хотел разделить с ними радость праздника. Дети должны общаться между собой, они не должны быть замкнутые, они должны быть общение. Даже такие детки, они должны со всеми быть в обществе. Чтобы люди были довольны и дети были довольны. А ты доволен сам? Да. И что больше всего нравится? Ну то, что как на теплоходе катаюсь. Чего ожидаешь от путешествия? Очень много чего интересного посмотреть. Мне нравится кататься наверху и что там такая водичка классная. Мы очень довольны праздником, что так вот устроили, организовали. Спасибо за это. Дети рады. Свыше 200 детишек ожидала интересная развлекательная программа, которую для них приготовили волонтеры. Ни один малыш не остался без сладкого подарка и, конечно же, новых эмоций и впечатлений. Стоило только посмотреть на лица детей, и сразу становилось понятно. В этот день каждый ребенок стал, пусть чуточку, но богаче на внимание, заботу, ласку и любовь. Я хочу сказать, это миссия Красного Креста. Милосердие, гуманность. И вообще мы стараемся помочь человеку, да? И особенно это мы вот в день защиты детей, это уже стало традицией, мы всегда стараемся предоставить детям какую-то радость, общение. Вот сегодня дети с ограниченными возможностями. Конечно, у них дефицит общения, и вот такие мероприятия, они общаются между собой. Я думаю, что это очень важно. И мне кажется, на мой взгляд, мы достигаем главного, что дети видят, что их любят, что о них заботятся, и что они не одни. Что важно, праздник проводился за счет пожертвований брестчан и фонда Красного Креста. Такие благотворительные акции Брестская городская организация Красного Креста проводит регулярно, считая, что именно благотворительность помогает обратить внимание людей на социальные проблемы детей, которые оказались в непростой жизненной ситуации. У краснокрестовцев есть свое определение для слов «милосердие» и «добро». Оно должно быть всегда. Это не должна быть какая-то мода. Это должно быть в самом человеке. Добро. Мне нравится помогать людям. Я считаю, что все люди должны творить добро, делать добро для других людей. Дети делятся своими эмоциями, своими впечатлениями от таких мероприятий. И как-то держатся наравне. Никто не выше, никто не ниже, а держатся на одном уровне. Я считаю, что такие мероприятия должны проходить как можно чаще. Это как помощь детям, поддержка для детей. Нет границ у добра, оно безгранично. У милосердия нет времени, оно нечто вневременное. Особенным детям и внимание особое.